интересный формат, мы общались, я, наверное, одним из первых услышал эту его идею. Ну, вот, мне показалось, что это интересно, действительно, потому что малым СМИ довольно сложно выживать, да, в текущей экономической ситуации. Любое объединение, любой союз, он увеличивает эту выживаемость, скажем так. А не страшно, что объединение немножко обезличит вот ваше такое особенное СМИ? Нет, не страшно. У нас такой формат, что мы настолько специальные, что, я думаю, нас не обезличит. А какие-то ожидания, может быть, от рекламных возможностей? Все, что приносит доход, все приветствуется. Как правильно отмечено, у нас есть люди, журналисты, которые тоже хотят есть. Их надо кормить, платить им зарплату, платить им отпускные, платить аренду офиса. И поэтому, конечно, любая реклама, она приветствуется. Полагаюсь на старших коллег в данном случае, поэтому будем обсуждать.